знаєте, про те, чим живуть росіяни. Пересічні росіяни, росіяни, які дивляться телевізор, росіяни, які в товарних вагонах їдуть на мобілізацію, і росіяни, які кричать, що Росія тут навсігда, чи росіяни, які розповідають, що вони за Путіна. Артур Смольянінов, російський актор, який в немилості знаходиться у Кремля, власне, поділився своїм баченням, чому так з росіянами і чи світить їм щось у майбутньому. Ну, як на мене, дуже влучно і цінно, тому що, власне, він же говорить про своїх співгромадян. Якщо б я і пішов би на цю війну, то іменно на стороні України, звісно, однозначно. То есть, вы понимаете, для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которых ни с чего, ни с чему-то пошли убивать. Ну, как, у тебя есть один брат, довольно есть, это точное описание. У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат, и ты третий брат. И один брат в угаре каком-то, безумие, накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно. Вот и все. Тут просто опять в самом слове уже есть ответ. Очи видно, что они видят своими очами. Из чего состоит их мир и представление о мире? Из телевизора? Мне кажется, ответ очень простой. Спросите у тех людей, которые топят за то, чтобы убивать украинских нацистов в виде украинских детей, женщин и стариков. Спросите у них, а были ли они когда-нибудь в Украине? Знают ли они что-нибудь о Украине? Я бы свозил каждого россиянина в Украину, в Закарпатье, туда, где я был много раз. Во Львов, где якобы там кому-то не дают по-русски, в русский город Харьков, в русский город Херсон. Ну, чтобы они съездили, поискали там нацистов где-то по подъездам, по подвалам. То есть, опять же, понятно, что маргиналы есть везде. Но мне, честно говоря, кажется, что в России их больше. Потому что придя домой со своей, блядь, работы, где он, никому не нужен, где он унижен, раздавлен, где он все время кому-то должен, где у него нету никакой надежды, где он приходит из говна на работе в говно дома, идя по говну, получая свою нищенскую зарплату там какую-то, я уж не знаю, сколько там, 1000 рублей, он... Все, что он видит вокруг себя, это враг. А что он видит в телевизоре? Он видит в телевизоре врага, который этот враг, мрак ему якобы организовал. То есть не тот, кто ему рассказывает сейчас про этот мрак. Ну, это очень легко. Человек – существо внушаемое. И не хотят люди критически мыслить в этом смысле, потому что это сложно. Та набагато простіше у товарних вагонах відправлятися в Україну і вбивати тут, чи то помирати тут, незрозуміло за що.